Сегодня в Новосибирске большой праздник. К нам приезжает бывший наш президент Путин. В связи с этим, как грибы повырастали гаишники на дорогах. Вот первый экипаж стоит с автомобилем, с синими номерами. Отворачивается от нас собака, стесняется, наверное, камеры. Едем дальше, смотрим, проезжаем, 300 метров, нет гаишников. Странно, сорвали, наверное. А, вот, стоит. Ну, правда, на гражданской машине. Давайте посмотрим, что за машина. А не тонированная ли она? А какие у нее номера? 3 пятерочки, КОУ. Нет, не тонированная, вся в хлам, нет. Мерседес. Где у нас транзитные номера? А, обычные. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за такое? Ладно, едем дальше. Осталось еще немножко, и мы подъезжаем к еще одному инспектору. Слушай, ну это, наверное, младший сержант какой-то, на премию. Тоже. Нисколько не тонированная, номерочек 008 УТС. Едем дальше. Что это у нас за машина без номеров? Ну, ему стыдно выходить, и он не выходит, в машине сидит. Дальше едем. Где гаишники? Серега, лови гаишников. Дави их паразитов.